Важность университета как социального института, развитие образования, дефицит кадров экономики региона – вопросы, ставшие ключевыми на встрече члена наблюдательного совета Станислава Наумова и представителей Объединенного совета обучающихся нашего университета. В первую очередь спикер подчеркнул необходимость повышения процента местных жителей, поступающих в Южноуральский государственный университет. 2030 года. На базе этого документа мы будем участвовать в конкурсе федеральном «Приоритет 2030». А нужно, чтобы этот проект получил обратную связь от самых разных своих целевых аудиторий. И, конечно же, наши студенты – это наша главная целевая аудитория. Поэтому сегодня я представил основные идеи стратегии развития Южноуральского государственного университета и получил ту самую обратную связь, которая заставляет делать следующие шаги. И уже на следующей майской встрече мы будем углубленно говорить о политике развития нового кампуса нашего университета. Станислав Наумов рассказал о преимуществах и проектах университетов Санкт-Петербурга, Томска, Москвы и других. Член наблюдательного совета отметил повышение конкурентоспособности нашего вуза, о чем свидетельствовала статистика за последние 5 лет. До встречи мы узнали много полезной информации по поводу возможного развития, путей развития университета, куда нам идти, к чему стремиться. Потому что люди приходят, им важно знать, что думают студенты. Вот здесь можно поделиться своими идеями и предложениями. На встрече были затронуты такие сферы, как международное сотрудничество, научно-исследовательская и проектная деятельность Южноуральского государственного университета, продвижение вуза в международных рейтингах, публикационная деятельность, система грантов и многое другое. Станислав Наумов рассказал о планах вуза на ближайшее время. По его словам, Южноуральский государственный университет имеет все шансы на то, чтобы стать не только центральным вузом нашего региона, но и одним из ведущих университетов страны.